Всем привет! Сегодня мы построим универсальную машину. Если вам нравятся такие машины в Build-A-Bot, прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Машина называется универсальной, потому что в ней используется сразу 6 лайфхаков. Во время туториала я по порядку расскажу вам про все 6 лайфхаков. А перед началом туториала давайте немного посмотрим на возможности машины. Время туториала. Сначала строим основание. Сейчас у нас будет первый лайфхак. Это руль. Здесь строим любой руль, но можно просто взять и поставить кнопку, потому что она круглая. У колеса крутящий момент ставим на зеленый, а скорость на единичку. Здесь сделаем палочку, чтобы было видно, что руль крутится. Чтобы руль правильно вращался, устанавливаем ему клавиши А, Д. Теперь можно скрыть весь этот механизм. Сохраняем и проверяем. Оттягиваем два задних блока и туда ставим красный ускоритель. У него включаем прозрачность 100% и отключаем коллизию. Под наклоном 15 градусов строим панельку, на которой будет стоять кнопка. К кнопке привязан красный ускоритель и отвязываем его от кресла. Сохраняем и делаем проверку. Сейчас мы сделаем след от колес, но для этого нам понадобится два драконьих гарпуна. Сохраняем и проводим испытания.
А сейчас мы сделаем подсветку. Сначала внизу мы ставим как можно больше лампочек. Я поставил 12 штук. И ставим еще по одному на каждое колесо. С помощью блоков закрепляем лампочку к колесу. Ставим кнопку и привязываем к ней все лампочки. А еще лампочки нужно отвязать от кресла. Разукрашиваем лампочки, чтобы они светились другими цветами. У всех лампочек включаем прозрачность на 100%. Сохраняем и проводим тест. Сейчас мы сделаем механизм, чтобы эта машина смогла лазать по стенам. По центру машины ставим блок, на него магнит, снизу шарнир, и к этому шарниру прикрепляем блок. Включаем у них прозрачность и отключаем коллизию. Внизу добавим еще один блок. Привязываем его к любой клавише, или если вы на телефоне, можете поставить кнопку. Я поставил клавишу F. Сохраняем и проводим тест. Подъезжаем к стенке, включаем магнит, и мы можем на нее забраться. Сейчас мы научим прыгать эту машину. На каждом колесном блоке ставим по одному магниту. Здесь обязательно ставим железо, чтобы магниты к нему притягивались. Привязываем их на клавишу или на кнопку. У меня это клавиша R. Готово. Сохраняем и проводим тест. Теперь нужно сделать декор. В конце получилась такая вот машинка. Ставьте лайк прямо сейчас и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. С вами был Ух Геймс. Всем пока!